вами обязательно попробуем все на фестивале «День национальной кухни МГИМО». Приятного аппетита! МГИМО – это всегда, во-первых, центр притяжения всех культур, центр, в котором как раз все, без исключения представители самых разных государств, культурных, национальных особенностей, живут в мире. Я очень рад, что сегодня вижу столько молодежи, которые путем познания традиции, обычаи, менталитета узнают друг друга лучше. Конечно же, кухня, как и костюм, язык, музыка, определяющие факторы в знакомстве с тем или иным народом, тем или иным этносом. Но сегодня, прежде всего, упор будет сделан вот на этом замечательном общении, на этом межкультурном, кросс-культурном диалоге. Конечно, все очень рады, больше года ждали, когда мы сможем собраться. Всех благодарим, всем приятного аппетита и надеемся, что сегодня наш праздничный концерт, а также праздничный стол всем понравится. Купаты из курицы и также у нас были драники. Мы привезли свои национальные блюда, какие-то как хачины. Я, конечно, рекомендую всем попробовать казахстанский бешбарма. Угощаем гостей остинскими пирогами. Я очень рада, что председатели такие отзывчивые, и то, что в целом Совет землячеств – это очень дружная семейная организация, которая поддерживает студенческие инициативы. Греческое землячество – самая вкусная кухня, самые яркие ребята, танцы. И, конечно же, самые лучшие костюмы. Мы подготовили различные национальные наши блюда. Это абыста, это ачапа, различные его виды. Курица по-абхазски сделана. Мясо, говядина, курица, турецкая пицца. Мы представляем Вайнахское землячество, чеченское, ингушское, и мы угощаем чапель наших гостей с картошкой, с творогом и хинговыш с тыквой. Единство, дружба и многонациональность. Это большая радость, что в этот день мы можем поделиться частицей своей уникальной национальной культуры, своей кухней, поделиться со всеми без исключения, со всеми студентами университета, гостями этого мероприятия. Ребята наготовили и закупили очень много вкусной еды и накормили всех нас, меня в том числе. Поэтому спасибо им большое, мы обязательно будем продолжать эту традицию и в следующем году проведем еще лучше.